Всем привет, друзья! В данном видео речь пойдет об одном очень эффективном сервисе для накрутки просмотров на YouTube. Данный сервис отличается своей простотой и, самое главное, качеством работы. Нажимаете на ссылку, которую я оставляю под этим видео, попадаете вот на эту страницу регистрации. Обычная регистрация, проходите ее, в дальнейшем можете заходить через соцсети. Я захожу через соцсети. Попадаете вы на главную страницу. На главной страничке, что надо сделать здесь в первую очередь. Обратите внимание, очень удобный интерфейс сервиса. Все качественно сделано и понятно. Что надо сделать здесь в первую очередь. Нажимаете раздел настройки и заполняете здесь указанный, кстати, ваш логин или пароль, тут электронную почту надо будет. Можно сменить пароль на более удобный. Дальше нужно ввести сюда адрес своего канала, то есть ссылку на свой канал на YouTube. Я вставил свою настоящую, но можно вставить фейковую, ничего страшного, и сохраняете. Следующий этап, нам нужно зарабатывать куэнты. Куэнты — это внутрисетевая, это сайтовая валюта, на которую вы сможете накручивать просмотры. Куэнты здесь зарабатываются очень легко. Так что если у вас работает компьютер и бездействует, и вы просто запускаете эту аппликацию, нажимаете запустить, и все. То есть куэнты начинают зарабатывать, то есть чужие видеоролики начинают крутиться. То есть немножко система пока их не запустила, но спустя несколько секунд они начнут крутиться. То есть перейдем к сервису. Таким образом, поинты будут здесь вам копиться, и здесь будет все отображаться, сколько вы просмотрели и сколько вам попало. А также есть здесь ежедневный бонус. То есть за просмотр, по-моему, 50 просмотров вам начисляться дополнительные поинты. И самое главное, ребят, я вам сейчас объясню, как грамотно делать накрутку. Для того, чтобы у вас просмотры набирали популярность. То есть видеоролики набирали популярность. Может, не все знают об этом, но сейчас я вам объясню, как правильно и грамотно это делать. Итак, что нам нужно? Когда вы накрутите уже изрядно количество поинтов, кстати, здесь можно их еще и выиграть. То есть можно купить. Можно и выиграть. Вот играем вот в такие вот игры. Колесо фортуны называется. То есть билет стоит 100 поинтов. Ну, здесь можно выиграть, допустим, с 1 тысячи поднять на 5, на 10, на 20 тысяч. Вот данный джекпот 23 тысячи. Последний выигрыш составил 61 тысячу. Я иногда тоже в нее играю и поднимаю довольно неплохие суммы этих коинов. Также можно их здесь, повторяюсь, приобрести уже за деньги, а можно просто через вот эту аппликацию их заработать. Итак, значит, мы хотим накрутить просмотры на видео. Набрали мы достаточное количество коинов. Сразу совет, если вы хотите, чтобы ваши видео вышли в поисковике на первую страничку, лучше не торопитесь, лучше погоняйте немножко вот эту аппликацию несколько дней, пускай она наберет вам побольше вот этих самых поинтов, и уже вы приступите к накрутке просмотров, тем самым вы выгоните видео в топ, то есть не в топ по YouTube, а в топ на поисковике, и там уже зрители начнут приходить, смотреть, то есть подписываться на ваш канал, это вы сразу все увидите в аналитике YouTube. Итак, берем ссылку на видео, вставляем вот в этот раздел, дальше пишем название видеоролика. Дальше самое главное, ребята, время просмотра. Запомните, YouTube не будет зачитывать видеоролики, которые длительностью по 10-20 секунд. А YouTube, вообще политика YouTube такая, что он считает ролики популярными, которые длиной более 2 минут.
выставляете либо 200 секунд, либо 250 и выше, тем самым вы будете своим роликом придавать популярность. YouTube их начнет уже выставлять в разделах похожих видео, то есть в поисковике он его поднимет в первую строчку. Дальше вы выставляете количество просмотров. Здесь источник трафика стоит Google, пускай так и остается. Либо вы можете выбрать уже свой раздел похожие видео на YouTube, либо в поисковике. То есть составляйте Google, собственно, туда и туда что-то кидать. А также здесь можно на Рутубе. Ну, тут более популярная площадка, поэтому все сейчас пользуются на YouTube. Также лайки. Почему просмотры настоящие YouTube зачитывают? Потому что когда вы аппликацию выкрутите, вы же его эти просмотры чужие воспроизводятся с вашего IP-адреса. А в свою очередь ваш видеоролик будет точно так же воспроизводиться с чужих IP-адресов. Это будет с настоящих живых аккаунтов, где будут сидеть настоящие живые люди. То есть это не бот, которые накручивают. Это накручивают вам просмотры такие же люди, как и вы. Поэтому YouTube просто засчитывает за счет того, что это настоящие IP-адреса. Итак, и все, и нажимаете «Добавить». И в разделе «Мои задания» у вас будет отображаться ваш видеоролик, на котором будут накручиваться вот эти просмотры. Вы всегда сможете посмотреть их количество, аналитику, сюда. Также здесь есть, ребята, реферальная программа, через нее вы сможете приглашать рефералов сюда. Кстати, и здесь, что самое интересное, здесь как бы ваш аккаунт со временем будет прокачиваться, то есть поинты станут больше вам добавляться за просмотр видеоролики, больше платить, и быстрее накрутка будет происходить. А дальше что? Дальше вы можете воспользоваться вот этим сервисом акций. Что здесь нужно сделать? Ну вот, смотрите, читаете. Что надо сделать? Сделать перепост записи в своей группе ВКонтакте. Делайте. Ну, то есть, если он провисит там 7 дней, вы получите 5000 рублей. Я лично делаю. То есть вот такие вот небольшие задания вы получаете. Вот я выполнял, упал в группу, то есть мне защиту 3000. Также можете заснять, например, видеоролик на данном сервисе, выложить на YouTube, и если данный видеоролик наберет 500 просмотров, вам заплатят 10 000 рублей. То есть вот так вот здесь легко их тоже можно как бы подзаработать для начального старта. Ну, я вам рекомендую погонять несколько дней вот эту аппликацию, набрать достаточное количество бонусов, и уже после этого, как я вас учил, продвигать свои видеоролики. Потому что, повторяюсь, тут зачисляют, когда ваши видео смотрят хотя бы больше 2 то есть и лайки, и дизлайки не так влияют на популярность видео, как именно сами просмотры. Вот этим данный сервис отличается своим качеством. То есть просмотры настоящие, главное выставляется длина просмотра, и он выбирает как бы довольно популярность за счет этого. А другие сервисы, такие как Pine, Redsurf, Websurf, там их полно. Ничего подобного они сделать не могут. Это вообще способ. Один похожий сервис есть, но он англоязычный. В моем канале есть видео, я выкладывал, он тоже, кстати, очень эффективно работает. Но вот данный сервис по своему интерфейсу, по удобству, конечно, поудобнее. Поэтому я всем рекомендую. Ссылку на данный сервис я оставляю под этим видео. Заходите, регистрируйтесь, пользуйтесь.
Если кому-то понравилось, отпишитесь в комментарии. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Пока следите за моими видеороликами. Возможно, я выложу что-то еще полезное.